Приветствую, друзья! В комментариях вижу вопрос, как в основном складываются жизни у молодых и старых душ. Я хочу сказать, что вопреки всеобщему ожиданию, может быть, и представлениям, опытные души – это далеко не всегда какие-то выдающиеся люди со сверхспособностями, которые всех восхищают и так далее. На самом деле высший уровень состоит не в том, чтобы быть суперменом на Земле, не в том, чтобы жить как Бог эту жизнь, а высший уровень заключается в том, чтобы прожить обычную жизнь как божественную. На своей практике я видел много опытных душ, которые приходили ко мне на сеансы. Я вижу, это душа, да, женщина, живет в Германии. Десятый уровень высшего я. То есть это высшее я, которое не должно было воплощаться здесь на Земле. Но она работает парикмахером. И внутри этой женщины она настолько глубокая, она настолько внутренняя, спокойная, целостная, понимающая, принимающая себя, окружающих, что ты видишь, да, это опытная душа. Именно вот это отличает опытных душ. Вот эта внутренняя целостность, понимание этой жизни. Да, они не смотрят, как молодые души. Господи, за что я сюда попал? Что здесь вообще за несправедливость? Это просто ад какой-то. Нет, они живут простую, обычную жизнь, как божественную. В этом есть высший уровень. Молодые же души зачастую выбирают себе земные такие воплощения, чтобы познакомиться со всеми испытаниями, которые есть на Земле. Это могут быть и политики, и бизнесмены, и активные карьеристы, те, кто выбирают земные ценности. И зачастую именно молодые души являются яркими представителями, они дают эмоции этой жизни. Да, у них жизнь может быть совершенно не осмысленно с духовной точки зрения, но они действительно придают яркость этой жизни. Безусловно, хочется сказать, что это не исключает наличие у молодых душ сверхспособностей духовных. Зачастую даже бывает так, что молодые души имеют расширенные способности к тонкому чувствованию, потому что они недавно только пришли из тонкого мира, и связь у них с тонким миром, на самом деле, если они этим занимаются, она еще довольно прочная. То есть они не успели ее, вот так вот сказать, заездить. Поэтому, друзья, прежде всего, мы не смотрим на обложку. Обложка зачастую обманчива. А мы смотрим на внутреннее содержание. Поэтому я желаю вам жить не Богом на этой земле, а прожить совершенно обычную жизнь, как божественную. Это и есть высший уровень.